Всем привет, с вами я, Данила Гроф, и D104X, и команда Пульс. Сегодня мы снимаем Five Shot Challenge, посвященный чемпионату мира по футболу. Каждый из нас представляет какую-либо сборную, которая будет представлять себя на чемпионате мира в Катаре. Посмотрим, кто выиграет в этом челлендже, и потом посмотрим, выиграет ли эта сборная сам чемпионат мира. Я представляю сборную России. Понимаю, что она не играет на чемпионате мира, но как бы нам хотелось, чтобы они там выступили. Посмотрим, смогу ли я оправдать наши ожидания, потому что наши ожидания – это наши проблемы. Я представляю сборную Голландии. Сегодня чемпионат будет за мной, ну потому что. Вот. Голландия выиграет. Вот все. Рубрика «Хуже уже не будет». А все, можно даже вот сейчас говорю. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Всем привет, и сегодня я представляю как фанат Барселоны сборной Испании, потому что в сборной Испании играет очень много игроков из Барселоны. Всем привет, пассажир. Всем привет! ПСЖ представляет команду Франции, а Франция, как известно, чемпионы прошлого. И в этот раз они тоже его выиграют. Я сегодня представляю сборную Англии. У Англии самый дорогой состав на чемпионате мира и очень много молодежи. Пусть она докажет, что эта молодежь будет в дальнейшем брать чемпионаты, Лиги чемпионов и кубки, в которых играет. Англия, вперед! Напоминаем правила. У каждого из нас есть по 2 удара с 5 локаций. Промахнулся – получил 0 баллов. Вратарь спас ворота – значит, тебе дается 1 очко. Забил гол, но вратарь коснулся – соответственно, ты получаешь 2 балла. И если ты забиваешь чистый гол, то 3 очка падают на твой счет. Ну, как и в прошлом челлендже, я сам первый сделаю это. Выглядит как убийца, но на самом деле булочка с корицей. Хорош! 1 балл есть, все, это победа. Уверенно забрал 2 балла. Ты рад 2 баллам? Серьезно? Ой, вы никто не забьете в лейне. Нашей команде известно, что я бил хорошо поворотом. Сейчас посмотрим на это. Штанга – это 0. Победили экспонгельс. Нашей команде известно, что я бил хорошо поворотом. У нас тут пошел вопрос, что попасть поворотом – это уже 1 балл. Камон, я сейчас 3-шку заберу первым. Не забил. Лох, потому что. Я должен выходить в лидеры каким угодно образом. Я, к сожалению, проигрываю, и у нас впереди человек, который просто попадал. Пока из хамак никто не забил, сейчас решим вопрос. Домой. Ворота, если что, вот здесь. На всякий случай. Ой! Не фартануло мне! В сборной Англии было много бьющих игроков в прошлом и в нынешнем. Посмотрим, как я пробью. Ой! Это, конечно, круто. Англия, Англия, впереди! Но вот это... Это просто охуенно. Все ноги я умею бить, ну, по крайней мере, я так думаю. Но сейчас я забью 3. Не-не-не! Я не удивлен, ну типа, лейм. Не попал. Да ладно, я все решу. У меня пока 0, нужно делать камбэк с моей рабочей ноги. Это было мощно, да я не знал, что у меня такой удар с левой ноги. Это какое-то проклятие чемпионата мира, потому что прошлые чемпионы всегда становятся проигравшими. Безумно можно быть первым. Сборная России, в принципе, если проиграет, то ничего страшного, поэтому на мне никакой ответственности вообще нет. Офигеть! Я, честно говоря, в шоке, что я левый могу бить. Ну, балл есть! Балл уже еще один. Получается у меня 1+3+1. 5! Я забыл, я забил с касанием. У меня 4 балла. Не так все радужно. Нерабочая правая. Сейчас, короче, ее проверим. Хотел в очко, ну да не хотел. 3 балла есть. Ну ладно, ничего, поедим там. Я не скажу, что у меня левая не рабочая, я могу и с правой, и с левой, но я представляю сборную Англии. А в Англии очень много бьющих с обеих ног. Чёрт!
Я как настоящий император снимаю все. Это не входит в мои задачи. Мне Дина написала, это ее камера, она что-то чувствует. Не надо, дядя! Дальше отыграем. Своих самых главных конкурентов уже я не вижу, так что все. Друг, у тебя 5 баллов, у меня 4. Сборная России сейчас тебя догонит и вынесет. Ну сейчас я опять забью, 3 гола. Береги камеру. Как он должен был? Я ожидал, что он сейчас коснется типа и начнет кидать. Коснулся? Хорош, балл заработал. Ой! Это он кинул плохо, мне не понравилось. У меня 0 очков, нужно исправлять это. Хотя бы один брать надо сейчас. Нет! Пацаны, не ставьте на Францию. Ну это тяжелый день, здесь очень тяжело попасть. Ну что, никто из них не забил. Надо исправлять ситуацию. Посмотрим, на что способна сборная Англии. Все, сейчас я думаю, я должен забирать эту победу. Поэтому вот сейчас вы посмотрите. Вот, я заберу эту победу. Да! Надо было хотя бы не вопнуть, ну ладно, ничего страшного. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. Продолжал, поэтому мы засчитываем, у меня две... Блин, я не знаю. Я думаю, вот это два, да. Он касался. Как это было красиво, и, к сожалению, никак. Да шансы-то есть все равно. Но они очень минимальны. Вратарская линия Англии доказала, что она на высшем уровне. Посмотрим, как нападение сыграет. Блин! Англия, плюс 2, забираем. Мы боремся за чемпионство. Плюс 2, и мы сравнялись с Испанией. 9 очков, все, хорошо. Как вы понимаете, в сегодняшнем ролике вратарская позиция это не моя. Франция уже вылетела с чемпионата мира, но нужно уходить красиво. Пенальти — это моя стихия, я все сделал красиво. О, машина! Пенальти — это не ваша стихия. Россия еще борется на чемпионате мира, но шансы очень малы. Постараемся сделать максимум из всего, что у нас есть. Даже балл не получилось забрать. Вообще, не мой день. Сборная России, как так? И вот финальная серия. Англия, Испания. Кто же победит? Смотрите, будет увлекательно. Дошли до финала. На Матч ТВ. Настолько плохо проиграть чемпионат мира будет очень обидно. Ну, я пенальти бью плохо, но за Англию я должен доказать и взять этот чемпионат мира. Хорош! Последний шаг, и чемпионат мира забирает Англия. Ну что, посмотрим? Уважение сопернику превыше всего. Финал был достойный финала. Чемпионат мира пульса закончился. Выиграла сборная Англии, с чем мы ее и поздравляем. Посмотрим, кто выиграет настоящий чемпионат мира, который начинается уже в ближайшие дни, уже, может быть, начался. Ну а на сегодня все. С вами была команда Пульс и Дестучерик. Всем спасибо, всем пока!